Курске прошел финальный этап 11-го чемпионата области по решению механических головоломок. 30 участников из всех районов проявляли чудеса логики и полагались на удачу. Моя коллега Юлия Комкина также ломала голову над заданием, но уже вне конкурса. Люди, которые могут справиться с любой головоломкой. Пазл – спортсмены. Им не нужны накачанные мускулы. Натренированный ум пригодится куда больше. Жюри оценивает быстроту решения и умение мыслить нестандартно. Ящик с загвоздкой. Кручу-верчу, собрать хочу. В помощь законы логики и математики. Но порой лишь счастливый случай. Интересно то, что не обязательно иметь какой-то там пытливый ум и какие-то проводить математические расчеты. Просто интересно, когда ты не знаешь, как это делать, а ну... Само получается, то есть везение, что ли, или удача. Даша Ольховская обожает ломать голову. Решает задачи на уроке, прямо под партой или вместе с друзьями. Очень часто обмениваемся головоломками, и тем самым происходит саморазвитие и мое, и моего напарника. Дима Ребров собирает складушку. Квадрат с рисунками можно сложить 2 миллиардами способов. Однако вне конкурса Дмитрий квадрату предпочитает кубик Рубика. Беру кубик Рубика, закрываюсь в комнате и сижу часами. Очень сильно развивает логику. И как тебе помогла твоя логика в жизни? Я стал думать лучше. Пока пазл спортсмены ставили личные рекорды, наша съемочная группа делала робкие попытки. Вот 4 утенка, которые идут к маленькому пруду. Поместиться здесь птички могут без особого труда. Так, раз и вот так. А вот разместить их в пруду побольше, поверьте, уже не так просто. Загнать утят в пруд у меня так и не получилось. Даже коллеги не смогли помочь. А ведь решение было так близко. Головоломки – это вам не игрушки. Некая проблемная ситуация, которую мы часто встречаем в жизни, в быту, на работе, которая воплощена в виде как бы детской игрушки. На самом деле это серьезная вещь, и решить ее можно с помощью только лишь... Тут не требуется ни терпения, ни усидчивость, требуется... Озарение. Пазл-спорт – это настоящее интеллектуальное удовольствие. И пусть иногда приходится серьезно поломать голову, результат точно заставит вас гордиться собой. Юлия Комкина, Антон Судженко, телеканал «7».